Горе. Даны больше нет. Телеведущая Дана Борисова не выходит на связь из Таиланда. Несколько дней назад звезду принудительно отправили на лечение от наркозависимости. С тех пор журналисты обрывают ей телефон. Однако она не берет трубки и не отвечает на сообщения, несмотря на то, что они доставляются ей. Не исключено, что в реабилитационном центре, в котором находится телеведущая, запрещено пользоваться телефонами и держать любую связь с внешним миром.